А зараз настав час для спілкування з нашою гостею. Сьогодні в нашій студії Катерина Якименко. Катя організовує допомогу для дитячих будинків, гуртує навколо себе небайдужих людей. Разом вони збирають необхідні для дітей речі, іграшки та організовують для дітлахів свята. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, классная идея помогать детям. Откуда она и как она появилась? Совершенно случайно, буквально там месяц назад вот произошел такой переломный момент, что вот хочется помогать детям. И это второй такой вот детский праздник, который мы организовываем. Первый мы вот ездили на День космонавтики в детский дом с шоу-программой. Там у нас клоуны, аниматоры были, очень было весело, дети остались все довольны. Сейчас мы едем в детский дом в Магдалиновском районе, в село Поливановка. Тоже как бы приурочен к Дню защиты детей. И сейчас у нас получались такие сложности, что люди с осторожностью относятся к таким вот организациям и мероприятиям, да, потому что кажется, что вот мы хотим на этом заработать. На самом деле нет. У нас есть полные фотоотчеты, то есть что мы получаем в подарки, какие подарки, да, то есть как мы их дарим детям, то есть никто, ну это от чистой души вот все делается. Ну давайте тогда вернемся к первому проекту, что посетили, какое заведение, то есть насколько я понимаю, детки там непростые. Да, мы посетили у нас в городе Днепропетровске, сейчас это бывшая улица Чечерина, там детский дом для детишек с диагнозом ДЦП. Детишки в основном все на инвалидных колясках, но это не помешало нам поехать к ним, активно их задействовать в нашей программе. То есть они играли с шариками, с клоунами, прыгали, то есть там развлекали их. Ну, было, на самом деле, все остались очень довольны, и ну, как бы это было каким-то стимулом для того, чтобы идти дальше. Вот, сделать еще, допустим, один такой детский праздник для детей. Если говорить о Поливановке в Магдалиновском районе, насколько я понимаю, там тоже непростые детки или это обычные? Насколько мне известно, я там не была. То есть я разговаривала только по телефону. И насколько мне известно, там детки аутисты. Но это никоим образом нас не останавливает. Мы подготавливаем специально программу для каждого детского дома. То есть чтобы было деткам удобно, то есть комфортно они себя чувствовали в данном случае. И хотелось бы, самый большой акцент, который мы делаем, это мы хотим контактировать с детьми. То есть полностью программа вот готовится так, чтобы был контакт с детьми. Это игры, это какие-то загадки, развлечения. То есть не просто приехали, отыграли и уехали, да, а хочется вот пообщаться с детками. И вот мы так и строим. Катя, вы ищете единомышленников. Какими они должны быть? Что для вас главное? Главное, чтобы это было искреннее желание помогать детям и дарить им радость. Это самый главный критерий, больше ничего. Часто говорят так, что вот в канун лета вот начинают вспоминать о детях. 1 июня проходит, и о детях еще раз вспоминают, ну, возможно, там 1 сентября, 19 декабря. А на самом деле 365 дней в году, вот как-то очень незаметно это все происходит. Ваши планы? Ну, я думаю, что это далеко не последняя поездка. Будем выбирать детские дома, потому что, насколько я знаю, то есть дома, в которые мало кто доезжает, потому что они находятся отдаленно от города, в каких-то поселках. Вот хотелось бы выбирать именно такие детские дома, ездить к ним с какими-нибудь развлекательными, как бы, да, программами, дарить им подарки. То есть, ну, это все вот в будущем, конечно, хотелось бы. Какова потребность? Что в первую очередь необходимо? На данный момент необходимы средства личной гигиены. Это самое необходимое, потому что в этом детском доме 108 человек, из них там около 100 девочек. То есть это вот первая необходимость. Плюс девчонки очень любят рукодельничать. Это вышивать, вязать, там, делать браслеты из бисера. То есть вот такие наборы для рукоделия, канцтовары. И какие-нибудь игры, можно настольные, можно для вот игры на улице, потому что сейчас вот лето все-таки, да, там в песочнице поиграть, там скакалочки, вот такие вот развивающие игры можно. То есть это все нужно, как бы было бы отлично, вот хотелось бы, да, им подарить все. Но если говорить о потенциальных людях, которые хотят помочь, вот как контактировать с вами, как выходить на связь? Я могу оставить контактный номер телефона, да, и то есть
по всем вопросам готовы отвечать все желающие, кто, то есть, захочет. Ну, понятно, что не все, не весь город может поехать, но вот если кто-то захочет, мы можем взять с собой. То есть мы едем туда автобусом с группой, и вот 30 числа, поэтому, пожалуйста. 30 мая, 30 мая, да. Какова команда уже у вас сейчас? Сколько человек? Сложно пока сказать количество людей, потому что у нас мы полностью едем со своей аппаратурой. Вот ребята, которые отозвались вот, принять это участие в этом благотворительном проекте, они ездили с нами первый раз. Сейчас едут второй раз. Плюс у нас ведущие, театральное представление будет, шоу «Мыльных пузырей». Отличный клоун, который вот просто дети его обожают. Это, наверное, самый лучший клоун у нас в городе. Что у нас? Ну, вот пока вот все в процессе подготовки, да, плюс мы, я готовлю программу тоже, чтобы можно было поиграть же, да, ну, вот все пока в процессе. Еще время пока есть, поэтому что-то меняется, кто-то добавляется, кто-то вот у кого-то не получается. Еще у нас будет большая трехметровая панда, надувная, аниматоры там в разных костюмах, котиков, ну, вот. Будет, я думаю, очень весело. В 21 веке проще всего друг друга найти через соцсети. Есть ли у вас странички, через которые можно помогать? Соцсети есть, конечно, размещали в своих социальных сетях. То есть я, ну, ребята, которые тоже как бы принимают в данных проектах, вот праздниках участие, но пока отзывов немного, к сожалению. Первый раз было как бы намного больше, сейчас все-таки сложнее организовывать. Ну, вы можете сейчас проговорить, каким образом проще всего вас найти, нас смотрят тысячи телезрителей. Проще всего меня найти через телефон, потому что в связи, через, ну, позвонить, да, поговорить, потому что в связи с организацией не всегда есть время зайти в социальные сети, допустим, да, или ответить кому-то, или написать. Проще вот напрямую позвонить, поговорить, я там все расскажу в подробностях, если у кого-то будут какие-то вопросы, и вот это будет самый оптимальный вариант. Не боитесь в эфире называть свой номер телефона, потому что он может стать красным? Конечно, боюсь. Хорошо, тогда связь будем держать через 9 канал, то есть все, кто захотят помочь вашему проекту, будут сперва звонить нам, а мы будем уже передавать. Хорошо. Ваш телефон. Итак, еще раз тогда приглашайте и анонсируйте свое событие, и что конкретно еще необходимо собрать. 30 мая мы едем в детский дом Магдалиновского района, село Поливановка. Все желающие могут принять участие в организации данного проекта, либо подарочками, либо в самой организации этого проекта. Нам необходимо для деток привезти подарки. Это средства личной гигиены, игры, наборы для рукоделия, там, констовары, то есть все, кто, у кого есть желание, возможность, пожалуйста, обращайтесь, принимайте участие, буду только рада. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, наглядачам 9 каналу. Щоб нагадаю, що у нас у гостях була Катерина Якименко, дівчина з великим добрим серцем, яка опікується дітьми. Рухаємось далі.